zabinfo.ru. Первый информационный сайт Забайкальского края. Руководитель оперативного штаба в Забайкальском крае генерал-майор Козюрин Сергей Иванович общую оценку учениям, тактико-специальным учениям дал удовлетворительную. Боевые подразделения и подразделения, участвующие в данной операции, показали боевую слаженность, готовность к выполнению более сложных задач, есть над чем работать. В целом задачи и план тактико-специального учения выполнены в полном объеме, готовы дальше, так сказать, выполнять поставленные задачи. Это были плановые учения, одни из учений из четырех, которые санкционируют нам Национальный этический комитет на год. Силы и средства, которые участвовали в данных учениях, они объединены под единым началом. Сегодня действовали разноплановые силы, в том числе и гражданские специалисты. Вот каждый выполнял поставленную задачу. Thank you.